Ну что, у нас решающий момент. В прошлый раз, когда смотрели, первый раз пояс выходил на биржевом кризисе, он улетел за две минуты, ребят, за две. Хочу посмотреть, первый раз печка появляется за рубины. То есть действительно куча донатов, у меня 550 рублей, в общем 1500. Так что поехали помогать, давай, сейчас будем смотреть, короче, что будет. Реально, это будет, наверное, огромный нонсенс просто. Вообще просто не грузит. Блин, 8% уже. Нет, нет, нет. Ну, блин. Нет, тупняк, сука. Просто народу количество загружаю. Смотрите, 18. Ну, грузи, давай, грузи. Ёжик какой-то выигрывает. 500. У меня оплаты приходят. Давай, блин, мне один уровень всего нужно. 32%. Давай, уходи. Блин. Давай. Тупняк! Мастер ПВЕ. 39%. Блин, я один уровень не успею поднять даже. Ну, уходи, давай. Давай. Еще. Блин, что там уходит, если этот не уходит? 52%. Оплата. Мне все оплата приходит. Ну. Давай. Один всего надо, буквально один уровень. Вообще 63-65. Давай. Ушел. Один еще один. Давай. Уходи, собака серая. Бля, есть. Есть, я его вытащил, 73%. Я уже давно не кликаю, смотри. Смотрите, мышка находится вообще в непонятном состоянии, а эти до сих пор уходят. Ну ладно, пусть уходит, там еще сейчас будет. Ну вот, все, выдохнуть можно. Вот что это такое? Вот. Смотри, что творится. 409, еще до сих пор приходят, короче, эти. Я реально, ребят, я в шоке. 3 минуты, ребят, 3 минуты печка была вообще просто. 3 минуты ровно. Это просто нонсенс. Но это еще не все. Это сейчас, это первая, так охота сказать, часть видео. Буквально через 30 минут. Через 30 минут начнется клетка. Будет, скорее всего, та же самая ситуация. Ну, печка хотя бы на один выкачать. Это уже нонсенс просто. Ладно. Ждем, короче, вторую часть. Будем смотреть, что там будет.